Еще один фрагмент из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Романс Надира. Надир, молодой охотник, является свое родное селение. Заходит в храм и слышит нежный голос жрицы. А кто такая жрица? Как только она, он ее сначала не увидел, потому что лицо было закрыто покрывалом. Но по голосу узнал, это Лейла, его возлюбленная. И сейчас в исполнении Артема Попова звучит всеми любимый и известный романс Надира из оперы «Искатели жемчуга».